Актауский дзюдоист вернулся с призовым местом с Европейских игр. В соревнованиях среди силовых структур, организованных Португалией, Жандарбек Кинжин завоевал серебряную медаль. Жандарбек Кинжин участвовал в соревнованиях, проведенных среди стражей порядка. В турнире, проходившем в португальском городе Брага, наш соотечественник провел 3 встречи. На отборочных этапах он опередил спортсменов из Испании и Франции, а в последнем поединке уступил сопернику. Третий мой бой был против гражданина Португалии. Я повредил руку во 2-м раунде, поэтому дальше было сложновато. Я рад, что смог участвовать в этих состязаниях и что смог добиться такого результата, учитывая мой перерыв в спорте на 10-15 лет. В следующем году снова будут состязания. Я буду тренироваться и постараюсь завоевать 1-е место. Европейские игры – это ежегодное спортивное мероприятие. В этом году состязания проводятся по 47 видам спорта. Тренеры серебряного призера гордятся своим воспитанником, который сумел прославить Казахстан на международном уровне. В настоящее время проводятся соревнования среди взрослых и ветеранов, тем самым повышается их рейтинг в спортивной среде. Им также будут выданы звания мастера спорта. Я считаю, что, будучи сотрудниками внутренних дел, необходимо поддерживать спортивный образ жизни. Мы гордимся Жандарбеком. Я доволен Жандарбеком. Он впервые после 10-летнего перерыва поехал на большие соревнования. Его заслуги были оценены по достоинству. Европейские игры между силовыми структурами в Португалии все еще продолжаются. В ближайшие дни на спортивную арену выйдут также и боксеры из Мангистауской области. Айолым Бейсенова, Амангельдой Турахмет, Дидар.